Среди старших коллег по цеху свое почетное место занимает тракторёночек, как его любезно называют коммунальщики. Он помогает им там, где не проезжает большой трактор. Также преимуществом этого мотоблока является и сменная насадка. Если еще вчера он убирал снег, то сегодня он готов к работе в летнее время. Готовность к месячнику по благоустройству сейчас в заключительной стадии. Управляющие компании показывают, какой инвентарь поможет им почистить город к майским праздникам. На смотр привезли все – тракторы, бензопилы, газонокосилки. Заявляют, что готовы на все 100. Мы закупили уже и метла, и грабли в большом количестве. То есть, в принципе, наша организация полностью укомплектована. Смотр по районам начали еще в начале прошлой недели, чтобы замечания, если такие будут, были исправлены до старта месячника. Главный вопрос коммунальщикам – организация взаимодействия с жителями, которые выйдут на субботник. Есть замечания по инструменту, некачественно, скажем так, подготовленный инструмент по некоторым управляющим компаниям. Есть замечания по точкам, количество точек размещения этого инструмента для раздачи непосредственно населения. Ну, то есть замечания мелкие, но они существенные для того, чтобы их исправить в течение 10 дней. Адреса, по которым жители смогут получить инвентарь для апрельских субботников, сообщат дополнительно. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.